Так, добрый день. У нас сегодня ремастеринг видео. Добрый день, Эднар. Добрый день, добрый ремастеринг день. Видео про таунхаусы. А когда мы с вами начинали его снимать, я уже не помню. В прошлом году, по-моему, в ноябре или в октябре. Вот, стройка значительно продвинулась. Я бы хотел вас попросить рассказать о том, как двигается стройка. И самый главный вопрос, который я хотел бы задать, они связаны именно с качеством строительства. Потому что за последние где-то примерно месяца два я снял несколько совершенно разных по качеству именно загородных объектов недвижимости. Давайте с фундамента начнем. Давайте, да. И я в прошлом ролике рассказывал про фундамент поверхностно. Здесь фундамент сложный, так как местность рельефная. Фундамент залит ступеньками, то есть перепадами там 40-50 сантиметров каждый дом. Можно посмотреть это визуально как-нибудь? Да, это видно вот по высоте. Если обратить внимание, то каждый дом, он немножко ниже предыдущего. Это исходит из фундамента. То есть тут каждая плита, условно говоря, у каждого дома своя? У каждого дома плита своя, как бы, да, то есть она отдельная. Из-за того, что рельефный участок, связывать их все вместе нельзя. Это было конструкторское решение, и строить их тоже вместе нельзя. То есть строится сначала верхний ярус, то есть первые 6 домов, потом вы обратите внимание, что последние 7 домов строятся после этого, и посерединке 3 дома строится уже посерединке, там, где совсем поворот, то есть это уже самый последний этап монолитного строительства. Из-за того, что участок, еще раз говорю, рельефный, по-другому конструктор запретил строить. Что касается графика строительства, есть, конечно, небольшие задержки из-за погодных условий. Вы, наверное, в курсе, что эта зима была аномальная для Грузии. Снег лежал практически 2,5 месяца. У нас была вообще парализована стройка из-за этого. Вот. Ну, поэтому есть какие-то, может быть, по монолиту задержки. Ну, небольшие, где-то 1,5-2 месяца. А вот скажите, я вижу, что у вас здесь, я очень редко это вижу, здесь красный кирпич. Да, то есть мы его смотрим. Да, это да, силикатный, да? Силикатный красный кирпич, все верно. А чем обоснована целесообразность его использования? То есть в чем смысл? Ну, смотрите, то есть вам, наверное, известно, что Батуми очень сырой, как говорится, субтропик. То есть все время у нас зимой то дождь, то хорошая погода, влажность очень высокая. Из-за этого все остальные материалы для периметра стен, они неприемлемы. То есть тот же пензоблок, газоблок, ну и так далее, они будут перечислять материалы. Это самое лучшее решение для данного типа строительства. Можем пройти посмотреть вот внутри, да? Вот я Конечно. Смотрю, здесь уже вот стенка готова. Конечно. Давайте, наверное, вот сюда. Давайте. Я за вами тогда. Да, давайте. О, у вас тут уже первый жилец? Да, есть один. Так. Ну вот, вы можете обратить внимание, что у нас и внешние стены, то есть периметр, да, и перегородки между комнатами будут из силикатного кирпича. А у них лучше шумоизолирующие свойства? Естественно, здесь и шумоизоляция лучше, и гидроизоляция лучше, и качество по теплоизоляции у него намного лучше. Он пористый, то есть он не полный. Он не прогревается на солнце полностью, не промокает насквозь. Это его плюсы. А его минусы, насколько он дороже? Ну, он дороже процентов на 50 где-то. На 50, да. 50% дороговизна не только в самом кирпиче, да, в постройке, то есть за него берут дороже. Чтобы построить пензоблок, он больше, и поэтому... Эднар, подскажите, у вас вот толщина перекрытия между этажами? 20 сантиметров. 20 сантиметров, да? 20 сантиметров. Здесь у нас 4, да, уровня получается? 4 уровня, да. Здесь немножко рабочий процесс вот такой, да? Во, прекрасная панорама. Я думаю, что это самое главное, что нужно нам увидеть. Горы, да. Есть у нас такая панорама. И здесь, получается, нижний ярус таунхаусов, он не закрывает. Нет. Это последний уровень? Это последний уровень, да, все верно. Вот, этот вид никогда не закроется. Никогда не закроется, да. Отсюда у нас видно море, Батуми. Красиво. Да. Ну, море еще просто... с другой стороны лучше видно, наверное, скорее всего. Давайте туда посмотрим, там еще лучше, действительно. Да. Просто тут... панорама Гонио, да, это. Тут понимаю. Намного круче, да. То есть это мы сейчас находимся в зале. Да. На втором этаже. То есть сидя с чашкой кофе в руках, вот можно наслаждаться таким видом. Прекрасно. Да. А когда у вас планируется окончание строительства? Окончание строительства, окончание фасадных историй, то есть общих коммуникаций, это конец этого года. Конец этого года. Могу я узнать, какой будет фасад? Фасад будет вентилируемый из аликобонда на металлоконструкции.
Я вот вчера снимал, по-моему, с Джана видео. У них там такого типа, да, фасад, я так понимаю? А какое видео вы снимали? По какому комплексу? Таунхаусы в нем. Да, 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 точно такой фасад. То есть там будет вентилируемый фасад? Да, тоже вентилируемый фасад. Прекрасно. А скажите, пожалуйста, отделка под ключ здесь предполагается? Предполагается. Мы только под ключ, в принципе, и продаем. Ну, пытаемся сделать так, чтобы клиент купил под ключ. Из-за чего? Из-за того, что на рынке ремонтных работ очень большая анархия и хаос. И для покупателя, который приобрел площадь, нанимать каких-то других людей, компаний и так далее, небезопасно. Небезопасно в том, не в том смысле, что кто-то что-то обманет. Просто не все умеют делать данного типа работы. Технологии не хватает. Естественно, да. Нету образования такого, чтобы... у кого есть это образование и так далее, они все заняты, работают у нас в компании, например. Я понял. А смотрите, у нас по уровням что получается? Внизу это гараж, да? Это у нас по гараж на первом этаже. Вы обратили внимание, там стоит даже машина, по-моему, да? Или мы не туда зашли, в принципе, да? Нет, мы зашли в другой. Да, мы в другой зашли. То есть гараж плюс кладовка небольшая, то есть есть подлестничные клетки, со стороны двора есть небольшая кладовка, техническое помещение, там, где можно будет либо установить бойлер, этот кондиционер, наружный блок и так далее, и тому подобное. Техническая комната. Либо это все убрать на верхний этаж, на четвертый, да, а там сделать небольшой винный погреб можно. Как вариант. Да, а как у вас вариант. По инфраструктуре в этом комплексе же, по-моему, еще Марани планировалось. Есть у нас Марани. Это уже будет следующий этап строительства. Он начинается в ноябре месяце этого года. То есть это во дворе отдельные здания. И еще наша компания, учитывая данный вид жилья, приобрела специально участок рядом с комплексом для инфраструктуры. То есть на следующем этапе планируется общий бассейн большой. Его не было в комплексе. Очень много было вопросов, запросов. Поэтому мы решили взять дополнительный участок земли для дополнительной инфраструктуры, чтобы создать уже инфраструктуру пятизвездочного отеля. Прекрасно. А можем мы подняться выше? Конечно. Да? Пойдем. И вот я сейчас здесь схожу. То есть фактически здесь будет все-таки сдаваться в аренду или будут люди жить сами? То есть какая ориентация? Ну, смотрите, вообще данный тип жилья, он очень популярен как для аренды, так и для проживания. В принципе, да. Потому что его очень мало на рынке. Вот из тех, кто уже сейчас покупал, они с какими целями в основном брали? В основном для жилья. То есть здесь скорее будут постоянно, да, жить? Да, да, для жилья брали. В основном. Так, подождите, а сколько у нас этажей-то? Что-то мы идем и... Четыре. Это четвертый, в смысле, терраса? Это четвертый. Ну, это третий от этого, от нуля. А это четвертый. Понял, я просто уже немножко запутался. Первый, второй, и это все будет принадлежать одному человеку. Это пятый, вот, да. Вот вы можете обратить внимание, это конструкции для вентилируемого фасада. Угу. Это специальная конструкция для изоляции крыши, чтобы с крыши не стекала вода и так далее. О, здесь вот оно, собственно, раздолье-то. Да. Так, хорошо. Очень хорошо. Страшно, но хорошо. Ну, вот такой вот вид с террасы. Да. Эта терраса у нас эксплуатируемая. Хочу обратить ваше внимание, что здесь человек может сделать себе мини-бассейн, джакузи, барбекю-зону. А конструктивная часть выдержит бассейн? Конечно. Но нет, это не совсем прям профессиональный бассейн. Я говорю, мини-бассейн – это где-то 70-80 сантиметров. Позагорал, окунулся, в смысле, да? Да, да. Либо джакузи, он выдерживает, не проблема. Ну, знаете, я был, наверное, в худшую погоду по времени или в худшее время года. А тут фактически видно весь Батуми сейчас. Ну да. Ничего не мешает. И технически я не представляю, что можно было бы здесь построить. Нет, здесь невозможно, рельефный участок. Что бы здесь ни строили, здесь закрыть виды области фантастики. А вот я вижу, собственно, где я был вчера. А вот это, да. Это тоже наш комплекс, да. Эдвард Жано. Я понял, да. Так, хорошо. Тогда, если сейчас покупать здесь таунхаус, во-первых, сколько их осталось свободных? Свободных таунхаус на данный момент 8 штук. 8. Я предоставлю, да, из 15. Я предоставлю потом для обзора всю информацию по ценам, отделке и так далее. Ну, примерная стоимость. Примерная стоимость у нас от 170 тысяч долларов под ключ. Я просто прайс сюда вставлю, пробую. Да, да, я предоставлю. От 170 тысяч под ключ. А метров квадратных? 208 здесь? Квадратных метров, один таунхаус. 208, 170 тысяч под ключ с ремонтом и мебелью? Да, да, да. И вот с таким видом? Да.
тут обратите внимание, что мы не засчитываем эту квадратуру, она идет в подарок. То есть эксплуатируемая терраса в данный момент, она идет в подарок. То есть здесь это 25 квадратных метров. Мы это все закрываем аликобондом, делаем над ним, над аликобондом стеклянные перила, для того, чтобы вид не закрывать. Угу. Вот. И плюс еще это все отделывается, ступеньки и так далее. У нас они уже присутствуют, в принципе. То есть здесь ничего делать не надо. Вот это просто эксплуатируемая терраса. С хорошим видом, бесплатно, как говорится. Она входит в стоимость, мы ее не считаем отдельно. А с ней площадь сколько получается? 240 квадратных метров. Где-то. 240 да. квадратных метров. И вот я сейчас хотел бы глянуть немножко вниз, так набраться Давайте. Смелости. Скажите, пожалуйста, я вот смотрю, вот у нас две очереди таунхаусов, да, одна другой, в принципе, не мешает. А вот эта территория между ними. Так. Расскажите про нее. Это двор, общий двор, в принципе, да. Так. Но, исходя из того, что я вам уже говорил, что мы приобрели данный участок земельный для инфраструктуры, да, здесь этот дворик будет распределен на 4 зоны, то есть одна зона будет прилегать к тем таунхаусам с мини-двориками для тех таунхаусов, вторая зона будет прилегать сюда, для этих таунхаусов. Посерединке будет зона, рекреационная зона для озеленения, то есть это деревья, травка, газон, и еще тропинка будет для, общая тропинка для выхода из, со двора. То есть, условно, открытые пространства у нас будут на крыше, и еще открытое пространство естественно, будет внизу. Естественно, возле каждого таунхауса. А сколько земли примерно? 15-20 метров возле каждого таунхауса будет для барбекю зона. То есть, это не земля, как бы, которую мы продаем, собственность и так далее. Это просто она, прилегающая земля к таунхаусу, на нее претензий ни у кого не будет, кроме жильца, владельца данного таунхауса. Понятно. А вот здесь, вы говорите, бассейн, да, будет за этим? Вот, если вы подойдете, да, я вам покажу уже конкретно, какая ситуация. Вот тут мы, вот эту землю мы приобрели сейчас, да. Эту землю мы приобрели, и вот тут, где деревья стоят, видите, вот эту, да? Да. А, вот этот участок предусматривается для бассейна, потому что он поднят, и на него солнышко хорошо попадает, утреннее и вечернее и так далее. Здесь участок будет, продолжаться будут таунхаусы, еще 6 штук будет здесь, да, это уже в будущем проект. И плюс задняя сторона, это будет детский дворик, там развлекательный, и барбекю зона отдельная вообще. А, здесь также есть источник воды. Это горный ручей, родник, как говорится, да, он тоже вытекает. Мы для этого хотим здесь сделать общую барбекю-зону, чтобы люди, которые захотят там, ну, это, под деревьями, там, чтобы было летом было прохладно и так далее, и тут горная водичка, будут столы, скамейки и так далее. Угу. Я понял. Вопрос по рассрочке. Ну, смотрите, рассрочки как таковой на вот эти таунхаусы большой нету. Есть она на 10 месяцев на данный момент, да. Первый взнос у нас 30%, остальные человек может платить либо помесячно, поквартально. Ну, это уже договорная история. Большой рассрочки мы не даем здесь, потому что комплекс заканчивается к концу года, все будет завершено, ну, кроме ремонтов, естественно. Ремонты будут где-то начинаться с декабря месяца и заканчиваться где-то в марте. То есть на 4 месяца у нас по ремонту идет расчет. Угу. Я понял. Так, а в результате получилось 2,5 месяца, да, задержка из-за снега? Это да, снег у нас, конечно, был, такого мы не ожидали в этом году, была, конечно, аномальная зима совсем, и снег, и мороз был. Давайте определим, что мы отсюда видим. Мы видим речку Чорохи, да. Мы видим город Батуми, да. Мы видим местность Гонио, да. И мы, по сути, видим верхнюю часть, это уже горная Джария, да, что да. у нас там, да. какие? Ну вот, сюда можно горная Джария, здесь тоже хорошо видно. Она здесь фактически просто туда, зелень. Сзади везде. Ну, здорово, мне прям нравится. Я на первом этапе, когда снимали, меня как-то меньше впечатлило, ну, потому что нельзя было забраться на верхний этаж. Ну, не было ничего, потому и меньше впечатлило. Ну, да. Ладно, спасибо огромное за информацию. Не за что. До встречи на море. Приходите.